Ебануться у тебя рот большой. Нам тут не снизить, надо сразу в коттедж. Не боишься? Или возле коттеджа пошли? Знаешь, когда в совет заходим, надо перчатки одевать какие-нибудь. Да пока не надо будет, я сейчас просто. Ой-ой-ой. Ну? Маше бы тоже такое, чтобы она прям долго его. А то она его запихала даже. Маша, и побольше. А нет, для Сёмы мы уже такого же ебать. Да, Шер? Да, он только будет больше. Кто? Ну, большой будет. Да, расти будет быстрее. И Машка. Покушала моя девочка. Пойди, моя красота. Он, кажется, голодный. Она может еще одного запросто ушатать. Запросто прям. Еще днем куда и как ролик он тут наш. Угу. Да, и есть цвет это. На игру Маша, походу, перекусила прям. На недельку, да? А Сёма вот сейчас нормально. Ай, ты моя красавица. А будто я ничего не кушала, да? Смотри, только лимонон. Ля, запихал, да, ты? А я тебя люблю. Красавчик, извините меня, красавчик. Ёб, кролик остался. Что Сёма завис. А, вот он, красавчик. Ты чё, блядь, меня такой канал закрыл? Прикинь, сколько крыс надо им давать? Штук по 30, да? А еще поставь чай, я буду. Завари в чайник. Иди, Ника.
шельку смотрит. Ну я красотка. Ну-ка, 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 Семыч, покажи свою челюсть. Видишь, ноги скрещены. Самое интересное в начале и в конце, да? Да, Маша, можно побольше брать. Килограмм на 7-8, да? Ну. И даже по десятку можно ее брать смело. Если все, мы в два раза... Вот она, вай-яй-яй. Я отвернулся. Бля, поправляет. Вот он челюсть реально поправляет. Отвернулся до бирюша. Сука. Ну, с размером прям угадали, когда сколько. Да? Ему идеально прям. Он такой же и был. Нет, у него поменьше был живот. Завтра, позавтра еще опухнет живот. Вообще будет как крокодил. Сёма, посмотри сюда. Сёмыч. Сюда смотри, говорю, родной. Сёма, смотри.